Один год исправительных работ дали 35-летнему Ивану Стаханову за ложное сообщение о теракте. Напомню, утром 24 декабря нетрезвый мужчина позвонил в дежурную часть Абакана и угрожал, что взорвет многоэтажку по Ломоносова, 16. На место выехали силовики, спасатели и скорая помощь. Увидев их под своими окнами, мужчина вышел во двор, якобы с детонатором. Пультом запуска оказалась обычная женская заколка. За шутку под шофе мужчина должен заплатить силовикам больше 20 тысяч рублей.